Так, проблема тут, что у нас товарищ вот здесь вылез. Безжизненная вулканическая местность. Так, Тхибен, темная Алина, глупцы и Винчи, вы думали, что сможете одолеть меня вот так просто? Тьма этой пустыни возродила меня. Ну, попробуем занять эту территорию и вернуться, наверное, сюда. На мой взгляд, очень тяжелое здесь сражение. Надо попробовать. Сказ о пропавшем Винчи. Эти земли давно служат домом торговцам Алина, которые ведут здесь дела с людьми из далеких земель. Мы пришли в огромный оазис. Здесь нашли убежище дезертиры из армии Дожа. Ими командует человек по имени Пулиторе. Магия оазиса позволила этим людям отразить все атаки темных алинов.
в твоем распоряжении. Темные Алины уже не раз пытались захватить оазис. Последнюю атаку мы едва отбили. Эти свирепые воины были бы неплохими союзниками против темных Алинов. Оазис атакуют. Если он падет, мы пропали. Мы устояли только благодаря этому древнему оазису. Темные Алины боятся его силы. Ну да, понимаешь, твои войска исцеляют магию оазиса. Иначе мы все уже давно погибли бы.
Нам это уже знакомо. Атаки будут все сильнее и ожесточеннее. Даже с вашей помощью мы долго не продержимся.
Теперь, когда эти люди на нашей стороне, мы наверняка одолеем врага. Я отдам тебе все, что у меня есть. А взамен прошу лишь об одном. Оставь нам жизнь.
Дож отправил меня в пустыню на поиски затерянного города Мезекеша.
Победа! Так, добавлю новый герой. Кулиторы. Теперь этот герой доступен для будущих сценариев. Кулиторы. Опытный химик, дезертировавший из армии Дожа. От контакта с коррозийными материалами его легкие находятся в плачевном состоянии. Раньше был солдатом Дожа, при атаке пользуется различными ядами. С каждым новым уровнем атака ядовитых боевых единиц усиливается, защищает от отравления.
дюнах замечены враги. Их нужно уничтожить.
Thank you.
Последний вражеский город повержен. Мы победили! По крайней мере, ему один ход надо будет, чтобы сюда добраться.